Доброе утро! Меня зовут Анастасия, и сегодня мы с вами доделаем наш блокнот. В прошлый раз мы уже сделали вот такие листочки, а сегодня мы оформим его и сделаем обложку. Сейчас мы должны с вами склеить наш блок, который уже прошит и полностью подготовлен. Берем вот эти перекладины и скрепляем зажимами. И проклеиваем корешок. Ждем, когда наш клей засохнет. Переставляем зажимы и заклеиваем в оставшихся местах. Для нашего блокнота я выбрала старую книгу, которую хотели выбросить. Она очень подходит в данный момент. Для того, чтобы приклеить наш блок к корешку обложки, мы берем ткань любую и вырезаем из нее прямоугольник по размеру корешка. Приклеиваем тряпочку к корешку обложки. В нашем блокноте будет закладка. Я выбрала закладку вот такого вот цвета, подходящая по обложке. И сейчас я ее приклею к нашей обложке. Найти такие прекрасные ленты декоративные и разнообразные товары для скоробукинга можно в любом магазине для рукоделия, интернет-магазине и магазине нашего города. Клей уже высох, и мы приклеиваем наш блокнот к основанию обложки. Приклеиваем крайние листы нашего блокнота к обложке. Мы приклеили наш блок к обложке и начинаем оформление блокнота. Сейчас мы возьмем те изображения, которые нам нравятся, которые мы заранее уже замочили в кофе, или просто красивые изображения, которые вызывают какие-то эмоции, и наклеим в произвольном порядке в блокнот. Делайте с вашим блокнотом все, что угодно. Рисуйте, клейте, вырезайте, фантазируйте. Пусть в этом блокноте будут ваши самые светлые эмоции. Вот такой блокнот у нас получился. Он очень интересный, смешной. Вы можете сделать еще лучше. Творите, фантазируйте. Доброго утра!